Это типичный новичок. Он скачал Warface и его тут же нагнуло. А это Яша. Он воспользовался ссылкой в описании, покрутил бесплатную рулетку, получил отличную броню и могучие пушки. Кроме этого, при первом пополнении счета Яше плюс 100% кредитов придет. Врывайся и ты. Warface тебя ждет. Ты правда веришь, что в нашу помоечку могут завести нормальный звук? Ну да, почему нет? Я считаю, это вполне возможно. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, капитан Очевидность. Защитите стратегические объекты. Вот, и мы будем защищать стратегические объекты. Играем в Warface, деточка, да. Суперсекретный тестовый сервер. Тестируем новые звуки, ребята. Да, именно так. Бомба установлена. Ага. Давай, давай. Ах, сука. Насчет звука не знаю, но с визуалом все в порядке. Твой позор было видно издалека. Ага, слышу, сука. Ах. Не помогло. Ну и как первоначальные впечатления? Да пока хрен знает, Кэпчик. Ну вот тех двух типов, которые вот здесь спрыгивали, я слышал прям прекрасно. Прямо вообще великолепно. Да. Кстати, тоже было слышно. Не идеально, но вот что-то такое было. Я сюда голову повернул. По-моему, подвал, сука. Ах. Попадание на клык. Да, но это попадание на клык тоже было слышно заранее. Есть, рядом бомба кто-то, сука. Установлена. Здесь он. Ах ты, блин, хитрюга, деточка, попался. Такое ощущение, как будто кто-то в подвале, сука. Точно! Офигеть! Тебя было слышно, ну плохо. Да. Здравствуйте. А вот он, похоже, тебя не услышал. Ну, Кэпчик, он обычно вообще играет с музыкой, это же Серега. Ага, трызух остался, все понятно. Ну, блин, этот сейчас будет хитрить, мутить. Понятно, ладно. Давай мы тоже хитрые. Хедшот. Есть, детка, хедшот решает. Наверняка кто-то есть, сука. Да, ах, блин, вот это не было слышно. Хедшот. Есть. Есть. Давай. Да, блин, ну зачем ты ушел? Так хорошо бы было. Где он? Он где-то здесь. Так, ладно, понял. О! По-моему, нашему ключару дают. Есть, попался! Вот этот звук я больше всего люблю. Звук попадания в твою пустую голову. Есть. Да не пойму, как будто в подвале или вроде нет. Да не, послышалось. Это уже мои глюки. Бомба установлена. Так. Такое ощущение, что вот тут кто-то есть. Но это как бы не точно. Нет, сука, точно. Да, они там на клумбах. Ну, я хочу жить. Во-во-во-во. Что во-во? Да не, ничего, Кэп. Если честно, то ничего. Ага. Ты чё натворил, дятел? Да сейчас вообще непонятно. Звуки как будто то ли сзади, то ли справа, то ли где. Я вообще подумал, кто-то из подвала выходит. Так всё-таки топчик или говно? Ну, как тебе сказать? Ну, вот первое впечатление такое, что новые звуки намного лучше. То есть сейчас... На основном сервере я вообще ни хрена не слышу. Сука, люди просто ходят без звуков. Здесь же как бы разница ощутима. Так. Не понял, какой ты шаги, сука.
цып-цып. Граната пошла! Ай, Ваняшка передачу поймал, сука. Так оно и бывает. Хорошо. Не, тихо. Да, сука! Тут кто-то есть, по-любому. Кто-то здесь, сука, присутствует. Это Ленин. Да иди в жопу, какой Ленин, блин, ты задолбал. Это не Ленин, это Ванька Фрайзел. Какой Ленин, о чем ты говоришь, Кэп? Ты задолбал, сука? Не трогай Ленина, он давно уже не шуршит. Я, кстати, из-за тебя тоже теперь не шуршу. Ну и каковы ваши выводы, уважаемый? Ну... Выводы вполне однозначны, капитан Очевидность. Новый звук намного лучше. А вот, так сказать, в подробностях мы сейчас это качественно, глубоко и надежно разберем. Знаешь, братишка, твоя глубокая аналитика действительно будет к месту. В этом году дождей немного, и в Краснодарском крае маловато воды. Благодарю тебя, дорогой друг. Я рад, что ты оцениваешь мои потуги. Итак, что же мне понравилось и не понравилось в новом звуке? Начнем с хорошего. Реально понравилось то, что шаги противников действительно слышно издалека. Идет какое-нибудь тело через подвал, а ты уже понимаешь, что он где-то рядом. И не просто где-то рядом. Ты четко слышишь направление в большинстве случаев. Ситуации, когда противник будет подходить тебе в упор, а ты его не слышишь, ну, у меня лично не возникало. И, пожалуй, друзья, ведь это самое главное. Это как раз то, от чего Warface и страдает. Это та самая причина, почему наши игроки бомбят на звук и говорят, что вообще звука нет. Как в это играть? С новым звуком, друзья, таких проблем точно не будет. Это уже заранее могу вам сказать. Определить, что противник где-то рядом и примерно его направление вы сможете без особых вопросов. Однако надо понимать, что не все коту масленица и имеются нюансы, а точнее недостатки. И первый главный недостаток — это то, что новый звуки, знаете, такие с высоким басом очень идут. Звуки такие какие-то обтекаемые, какие-то мягкие, какие-то такие глуховатые. Весь звук в игре стал глуховатый. Все как-то так, как-то фоном идет. И не то чтобы это плохо, возможно, это, конечно же, дело привычки. Могу сказать, что вот примерно к середине первой катки мне стало легче определять, где примерно там что как работает. И в общем-то этот бас меня уже особо не раздражал. Но факт имеется, звук недостаточно четкий. Нету вот этих хорошо выраженных верхов, так сказать. Все на басах, все как-то вот гулко так вот оно держится. Но в принципе, опять же, вопрос привычки. Однако изначально, когда звук поменяют, если будет так, понравится не всем, и только через время они к этому привыкнут. Это надо учитывать. Второй и, пожалуй, самый главный недостаток — это то, что... Внимание, друзья, внимание! Это то, что когда противник очень близко к тебе, вот он где-то прямо за спиной стоит, то как-то не совсем вообще понятно, где он есть. То ли он левее, то ли он правее. Есть моменты вообще такие странные, когда кто-то рядом, плюс ты топаешь. То ли твои шаги, то ли его шаги. Сука, как будто вот так вот по кругу кто-то вокруг тебя бегает. В общем, вблизи, когда противник, возникают серьезные проблемы с определением, где он и он ли это вообще. Потому что твои шаги тоже слышно, они тоже какие-то такие гулкие, глухие, басовые, непонятные. В общем, на ближних дистанциях со звуком как бы надо еще поработать и вообще поработать в том числе со слышимостью собственных шагов, потому что, по-моему, это тоже проблема. Ну и третий условный недостаток — это то, дорогие друзья, что разработчики сделали интересное решение, прямо скажем. Если персонаж двигается в положении сидя, то его не слышно практически вообще. То есть он может вплотную к вам подойти, его не слышно. И может быть это недостаток, а может быть это и плюс. Потому что сейчас в Warface
как бы повезет, не повезет. То есть ты можешь подойти почти беззвучно к противнику, а с другой стороны, может, тебе не повезет, тебе будет хорошо слышно, как-то непонятно. Должен быть вариант или не должен быть вариант подойти к противнику вообще беззвучно? Не знаю, вопрос. Я бы сказал, что метров там до 7-9, там 10 даже, наверное, было бы законно, если бы ты двигался совсем беззвучно, а потом уже хоть какой-то звук появился. Но с другой стороны, движение в приседе, оно же очень медленное. И, по-моему, не так уж и плохо, если ты крадешься вообще без звука. Но это отправляю на ваш суд. Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях. И, конечно же, в завершении должен сказать, не забывайте, друзья, что все, что вы здесь увидели, услышали, это, конечно же, очень-очень, так сказать, ранние тесты, супер-секретный тестовый сервер, а значит, даже к моменту ПТСа все может не один раз поменяться. Это могут ввести, могут не ввести, могут изменить, могут полностью переработать, поэтому очень важно ваше мнение. Что вы обо всем этом думаете? Если вы мне верите на слово, то я могу вам сказать, что звуки стали намного лучше. Это правда. Теперь такого, чтобы к вам подошли в упор, вы ни хрена не слышите. Ну, такого просто не может быть, потому что не может быть никогда. Единственное, вблизи вы можете путать, где именно пройти. Но это может быть у меня. Мне на ухо медведь наступил. Вот. Трейс Алишка говорит, что вообще звук просто перфект, он все слышит. Но он прирожденный музыкант. Ну, он, ну, как бы, я слышал когда-то, он вообще хотел он на органе играть, у него прям со слухом идеально, поэтому, ну, но с органом не получилось, получилось с Warface'ом, так что верю, профессионалу верю, в общем, слышит все, любое движение, муха пролетает, а он понимает, в каком участке карты, на каком плинту это произошло, все четко, вот, я так не слышу, но с другой стороны, признаю, что новый звук намного лучше, нежели старый. И жду вашего мнения. Специально во время катки музыки не было, чтобы вы могли послушать, понять, прочувствовать и высказать свое мнение. Засим откланиваюсь. Желаю вам счастья, здоровья и любви. Ставьте лайки, чешите яйки, вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами.